Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале в новом видео о моей культурной жизни и о том, что проходит интересного в Рязани. Недавно я побывала на самом настоящем показе моделей. Шел он около 2 часов, и все это время также шел дождь. Я снимала все подряд, а потом дома сокращала видео как могла, чтобы оно получилось не очень длинным и наиболее интересным. Но у меня это не очень хорошо получилось сделать его коротким, потому что краткость не сестра моего таланта. Невозможно было вырезать что-то, так как все было интересно, как мне казалось, и не хотелось что-то пропустить и упустить. Поэтому строго не судите, я была просто зрителем, а не журналистом с места событий, и мне хотелось поделиться увиденным. Ведь подобные мероприятия – это вдохновение для нас, творческих людей, толчок и идеи для шитья, для нашего рукоделия и для любого другого творчества. И как я уже отметила, в этот день весь день шел дождь, было не жарко, мокрый, скользкий подиум, но модели справились на отлично. Все большие молодцы, и те, кто работал и создавал коллекции, и те, кто их представлял. И я понимаю, как много работы проделано всеми. По специальности я художник-модельер и конструктор одежды. И когда-то, в молодые годы, я занималась показами, созданием коллекций моделей в студенческом доме моделей и работала в ателье «Силуэт» художником-модельером в Магадане. И я знаю, что за красивым выходом на подиум и показами скрыта огромная работа модельеров и дизайнеров, и их большой команды. И свое личное мнение о коллекциях я высказывать не буду. Одни коллекции понравились больше, какие-то меньше, а были и такие, от которых я была в полном восторге. Хотелось каждую вещь из них примерить на себя, настолько они были интересные и приемлемые для обычной земной жизни. В целом все было представлено на таком высоком уровне мастерства, а модели озорные, яркие. Это были изюминки коллекции, будто бы всю жизнь они работали моделями, просто звезды подиума и красоты. Ну и давайте теперь вместе с вами окунемся в мир творчества и красоты и поприсутствуем на этом интересном показе. Да, он будет длинным, не стала делить его на 2 видео, поэтому или смотрите на ускоренном режиме, или просто наслаждайтесь этим показом, и вы ж как мы не замерзнете и не промокнете. И в этом плюс посмотреть этот показ в записи. Приятного вам просмотра, вдохновения и творчества. Всем добрый день из Рязани. Или добрый вечер. Я бегу на мероприятие, которое должно начаться вот здесь. Сегодня показ моделей в рамках закрытия фестиваля, который проходит сейчас в Рязани. Это остановка «Дом художника». И сегодня дождь подпортил всю погоду. Но я все-таки надеюсь, что мероприятие состоится, и мы увидим классный показ участников этого фестиваля, потому что видео мы уже посмотрели в интернете. Ах да, вот она я, на всякий случай с зонтиком. Ага, вон там все сидят. Так, сейчас я буду искать свое место. Смотрите, народ собрался с зонтиками, но все равно ж пришли, молодцы. Так, девчонки ведущие репетируют. Так, вот наша Людмила Анатольевна с зонтиком. А вот другая наша Людмила, две Людмилы. Сейчас я буду сочиться. Вижу, Габриэль. О, как вот с зонтами? Вот расскажи мне. Будем пробираться. Как мне сказали, судя по всему, ждали меня. Потому что как только я пришла, все началось. Я думала на 6, а оно на 5. Но вообще памяти нет. Все знакомые лица, жюри. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости. Вот и наступил 3-й день 2-го межрегионального фестиваля «Шили, были и носили». Он же 2-й день нашей конкурсной фестивальной программы. Мы многое уже сегодня видели, но сегодня... Вернее, мы многое видели вчера и позавчера, но сегодня нас ждет 2 прекрасные номинации и много удивительных сюрпризов.
Как всегда, прежде чем мы начнем, огласим состав нашего уважаемого жюри. Председатель Елена Фройна, доцент кафедры Ивановской текстильной академии, преподаватель специальных дисциплин Рязанского художественного училища. Лучшая женщина. Вчера она давала лекцию, и мне на этой лекции так понравилось, что я даже не могла уйти оттуда, прослушала от начала до конца. Член Союза художников России. Сегодня не все в жюри. Трех стран: Грузии, Франции и России. Обалдеть. Член-корреспондент Академии художеств, член Союза художников города Москвы. Ее работы хранятся в лучших музеях мира, в частности, в Грузии и в Барселоне. Представлял Россию в жюри 22-го международного фестиваля «Надежды мира». Елена Венедиктова. Директор фестиваля и его идейный вдохновитель со специальным словом. Добрый вечер, дорогие друзья. Нас мало, но мы в тельняшках. Нас ничто не может сдвинуть и изменить наши планы. Уровень жюри определяет уровень фестиваля. И мне хочется сейчас отметить очень талантливо, не побоюсь этого, гениальную художницу. Я надеюсь, что могу себя назвать подругой. Марину Ломтатидзе, которую сейчас представляли. И я должна ей вручить вот такой знак признательности нашего фестиваля. Марина, я даю. Это потрясающий художник. Сегодня из-за дождя мы не стали делать показательное выступление, да. Но те, кто были на творческой лаборатории, на творческой встрече с Мариной, те получили колоссальное удовольствие, а главное знание о том, как правильно работать. Да? Да. Вы знаете, я вам всем очень благодарна. Приветствую вас всех. Вы герои, потому что вы сидите в такая погода. Вам немножечко не повезло, но я надеюсь, что когда начнется это представление, бесподобное, прекраснейшее в вашем прекрасном городе Рязани, я думаю, что мы справимся с ним, и будет все прекрасно. Поздравляю вас всех. Наталья Афонечкина, дизайнер лоскутной одежды, член Всероссийской ассоциации мастеров лоскутного шитья, основатель школы шитья и стиля. Екатерина Сторожева, художник-модельер, член Союза дизайнеров России, художник театра и кино, город Москва. Ольга Тимофеева, конструктор-модельер, член Всероссийской ассоциации мастеров лоскутного шитья, почетный гражданин города Сысерть. Нина Ли, член Всероссийской ассоциации мастеров лоскутного шитья, город Екатеринбург, художник-иконописец. Марина Абдулина, художник-модельер, член Ассоциации художников декоративных искусств и Московского союза художников, победитель номинации «Прет-а-порте», призер конкурса «Высокая мода национального костюма» и также победитель конкурса на Кубок мэра. Вера Щербакова, член Творческого союза художников России и Международной ассоциации художников, клиптер, дизайнер, преподаватель лоскутного шитья. Татьяна Лазарева, педагог, художник, член Всероссийской ассоциации мастеров лоскутного шитья, автор книг и телепрограмм по лоскутному шитью, город Москва. Елена Мисаревич, мастер-преподаватель ручного шитья в японском стиле, победитель конкурса «Душа России» в номинации «Японский пичворк руками русских мастеров». Красиво, да?
Вообще. Где наша музыка? И нашим отказным моделям. Спасибо. Которые открыли конкурсную программу «Под дождем». Это было красиво, элегантно, а главное, платье с капюшоном смотрится очень актуально при нынешней погоде. Клуб возрождения народных традиций «Перекиня» и руководитель Юлия Маркова из Краснодарского края представляют коллекцию «Кубанский калейдоскоп». Ее авторы – коллекции разного возраста и швейного опыта. Их объединило стремление к индивидуальности с помощью техники лоскутного шитья. Включаем кубанский калейдоскоп. Конечно, лучше телефоном снимать, чем это. Потому что приближения нет, и это видео будет неинтересное. Вот лучше снимать этим. Ты какие дамы. Кубань, красотки.
интересный костюм, смотри. Кубанский телетоскоп. Следующий номинант – Марина Писарев, город Москва, представляет коллекцию «Мелодии весны». Это универсальная коллекция, подходящая как для работы, так и для встреч в неформальной обстановке. В основном модели сшиты по выкройке 20 шагов. Итак, «Мелодия весны» встречаем. Интересно, да? Боже, как красиво. Чем больше говорят, тем всегда проще получается. Thank you.
себе. Да. Они боятся ходить. Да, боятся ходить, потому что скользко висит. Мария Писарева. Многие весны. Журчат ручьи, поют грачи. Весеннее настроение 30-х. Наш город рисует. Платья на улицах будто цветы. Каждое платье своей красоты. Поэтому для создания коллекции без раздумывания выбрала тему бухгалтерии.
Коллекция «Модный бухгалтер». То есть вот на работу можно ходить в таком красивом виде. Не надо стесняться. Бухгалтеры должны быть все красивыми. Нормальный бухгалтер. Красивый. Красивые босоножки с оранжевыми колготками. Там оранжевые линейки лежали в кармашке. Обалдеть. Я пока увеличила, все проглядела. Это у них там горячо. Вот наступает. Это фурор, это бухгалтерская вечеринка. Вау. Вау, вау. Бухгалтер на отдыхе. Фантазия художника, а что сделаешь? Да? Прикольно. Какой красивый шлейф и по мокрости. А почему такие богатые? Платье. Кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирает. Как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю. Выключать это вот так вот.
Ручка? Да. Красота, пропустили. Подвинуть вот сюда и сделать фотку. Марина Латышева, город Москва, которая представляет свою пятую коллекцию «Москва одежды Роза Ветру». Марина все Латышева, да? Создавались на основе традиционных плошек. Розовый цвет означает романтичность, доброту и любовь. Розовая одежда идеальна для повседневной жизни, праздничной и деловой атмосферы. Она вполне уместна для романтических свиданий. При пошиве изделий была использована выпрыга 20 шагов от Натальи Афоничкиной, а также уроки стиля от Ирины Афоничкиной. Приветствует автор коллекции «Роза Ветров» Мария Латышева. Сумочки на мне. Угу. Спокойно. Маленькие технические неполадки. Цвет красивый. Блин, у нее вся коллекция розовая. А фламинго. Розовый фламинго. О, надо было музыку сделать.
такая модель, смотри. Я ее видела, она у нас вещи рекламирует. В Инстаграме. Пусть лучше молчит. Под музыку аплодисментов мы еще не показывались, но вообще здорово. Уважаемые зрители, спасибо вам за поддержку, продолжаем. Что-то не с музыкой лоханулись, вообще не продумано. Вот здесь розовый фламинго бы покатил. Вау, такая девочка красивая.
Светлана Мазанкова. Лед и шифон. Браво! Летят птицы надежды и дарит нам любовь, и дарит нас мир, нам мир и благополучие. Добра вам и здоровья. Спасибо вам также. Елена Минервина, Москва. Мне понравилась идея использования фартуков, ведь их можно носить и с платьем, и с брюками. Фартук может быть повседневным и нарядным. Несмотря на то, что фартук в нашем сознании стал исключительно кухонным атрибутом, и чтобы избежать стереотипов, мы придумали изделие новое название – фартуника, гибрид фартука и туники. Фартуника. Простые формы. Видите, да, вот эти вот веревочки по бокам еще на бедрах. Очень даже интересно. Вот такая красивая гамма. Эта женщина в моем доме живет, соседи. Модель. Да? Это место музыки. Вообще-то да, с музыкой тут косяки в этот раз. Я за них улыбаюсь. Не врать, я сижу улыбаюсь. Его так много. Блин, я всю голову. Ой,
такой красивый бафик со спиночкой. Буду с росписью дать. А видишь, как у меня надеется роспись? Угу. Так лила, думаю, что? Что там типа того, да? Да, цветы очень красивые. Здесь девочка будет Лена представлять коллекцию. Фамилия у нее интересная такая, нога. А, или нога. Нога. Муж, она сказала, что мужская. Да. Ты написала. Какие-то сумочки шикарные. Ты посмотри вообще, обалдеть можно. Вау, вау. Мария Мордвинова, Нижний Новгород, летние фантазии. А дождь идет, и все богаче. Зачем мы все не включили, да? Я могу успеть быстро. О, какая девочка. Такой не было. Вот это по-нашему. И все. Музыки было совсем немного. Боже мой. Это же наш знакомый лиц. Угу. Скажи, я спокойно могла бы моделью быть. Конечно. Я еще ходить а умею. Они всех пригласили, кстати. Вау! Да. Наша любимая модель, да? Приглашали всех потом, без возраста. Я бы тогда ничего не сняла. Наши героические модели. Камеру берешь, вешаешь. Такая маленькая, она же вынимается. Нет, она вынимается, она закрепляется, и все, ушла. На коленке все мокрые. Неожиданные летние фантазии. Неожиданные летние фантазии в конце августа. Очень такой музыка. Повтор. Молодцы! Браво! Аплодисменты автору коллекции. Напоминаю, это мастерская Зерна и Мария Мордвинова. Нижний Новгород. Коллекция. Такая душевная, каждый разглядывать хочется. Да? А некоторые вещи даже носить. Спасибо, мы даем еще раз просто извинения за технические неполадки. С музыкой на жизнь продолжает конкурсную программу Елена Новая, город Рязань. Вот ее коллекция для мужчин «Счастливый улов». Yeah.
молодежь какая пошла, да, раскрепощенная. Такой пиджак прикольный. Дедушки. Какой мужчина, ё-моё. Красавчик. Здорово придумала, да? Ну вот это вообще крутяк. С ума сойти, еще рыбка там, блин, какая классная. С фантазией, да? Креативно. Это лучше. Да, браво, Елена Нога, город Рязань. С юмором коллекция. Юмором мужская коллекция. Очень понравилось. Какая фантазийная прям вот коллекция.
брюки, юбки, платья, сарафаны, куртки, сумки, шапки и многое другое. Но когда они сочетаются с ярким кротком и ресипшем, то это просто волшебно, как музыка. Жакетик. Смотри, какой он интересненький. Дизайнеров Москвы Елена Мазурова. Шагов Натальи Афоничкиной. Специально для тех, кто любит шоколад. Очень вкусная коллекция. Что-то смотрю, никто по нормальным методикам не работает. Да, по классике, да? Да вообще пипец. Нас сочиняли новых методик и понеслось. Да там что? 10 мерок, как можно по ним шить, если что-то пошло. Я скептик, понимаешь? Что человек такой? Учили еще Музыка-то под Шанель.
Вот это мне нравится. Розовая шапочка. Вот это и правда Париж. Девочка, я туда пошла. Вот как нам, да? Сердце ангела. Встречайте. Дочь пошла. Сердце ангела. Может, дочка. Все коллекции возникла в период коронавируса. Всем пришлось сидеть по домам, ткань купить было нет. Но у рукоделий с душой живет ангел, которому надо творить, невзирая на проблемы. Классно. Классно штаны сделаны. Вообще такая штука такая прикольная. Вау, мне нравится. Руля. Я не знаю, что это, но прикольно. Я бы надела, да? Я не знаю. Первое точно надела, это тоже надела. Джинсы. Прикольно, конечно. А ты носишь джинсы?
розового с джинсом. Вообще. Там опять раздеваются, как мне их жалко. Автор дома сидела, когда корона была. Классно придумала. Из двух творческих женщин, это мама и дочь, Елена Ерокина и Маша Дознавова. Они представляют одноименную коллекцию. Встречайте! Вот это у вас рязанская модель, прям вообще. Я в инстаграме. Она просто мастер своего дела. Она всегда так делает всегда. Как живопись. Да, я так вижу. Штаны классные, а бедра даже ниже. Большая коллекция вообще. Автор?
Да ладно, она с севера. Ну я знаю, что до февраля у меня вообще нет времени. Вот, а там надо, по-моему, до июня. А, ужас. Там вон после мамы тоже. Ух ты. И какие молодцы, да. Ну, вот сейчас мы сфотографируем. Юлия Ярохина и Маша Дознарова. Я так вижу. Настоящая папа, у нее нитка там прилипла. Настоящая. Вот. Коллективную работу мастеров лоскутной одежды «Я шью комплект». Это авторский проект школы с 2020 года. То есть, получается, это ее ученики шьют. Да. Проект «Я шью комплект» – это гордость школы шитья и стиля. Если мастер создает один комплект, один образ, то он очень быстро создает еще 4 и выйдет на подиум со своей коллекцией. Именно так это и происходит. Там еще.
Афонечкина и ее школа шитья и стиля. Мажорной ноте заканчивается первая номинация. Специальная группа шаманов активно колдует над тем, чтобы дождик продвинулся в сторону Рыбновского района. Алло, меня слышно? Конечно, конечно. Да, дорогие друзья, я, конечно же, как человек ответственный за все, прошу прощения за эту погоду, но мне очень нравится то, как мы относимся к тому, что происходит. Да, у нас какие-то есть неполадки технические. У нас были сбои. Сейчас. Там, вы не представляете, режиссера из-за дождя где-то током даже. Он работает, он старается. Сейчас все наладилось, слава Богу, вы молодцы. Пожалуйста, не жалейте своих рук, аплодируйте нашим прекрасным, сильным женщинам, которые выходят на этот подиум. И мы начинаем следующую коллекцию, которая называется «Наш праздник». И мы этими нарядами покажем всей Вселенной, как мы умеем веселиться, насколько мы можем быть прекрасны. Начинаем! Людмила Горбанева. Ее коллекция предназначена для торжественных поводов. Она так и называется. Праздничное настроение! Thank you.
Что хочу сказать? Мне не нравится. Как будто бы 70-х. Потому что обычно автор ждет из себя всегда. Да жуть. Опять очень пошло. Ну вот смотри, костюм, да? Как костюм какого года? 83-го, правда? 86-го. Да. Опять да. Да, опять точно спортивный. Какая такая озорная. Вечерняя одежда, вот на ней пошла. Праздничное настроение Людмилой Горбаневой. Здесь красный, черный, белый цвет. Коллекция была у нас. В смысле, она три раз показывает. На трех офисах. Как вот это интересно. Строчка, там ручная работа. А, выезжают, да, уже выезжают. Да. Третий город. Это кружева, наверное. Да, это кружево наложено. Как аппликация. Ну ты посмотри, какая прелесть. Работали,
я такую вещь хочу, все. Мне нужно такое платье и такой лапсердак. Ты заявляла, что там не другой, у тебя третий другой. Про первый предлагал. Нифига, сегодня нас снимала. Я хотела быстро куклу показать, она снимала. Я поняла, да, да. Она на тюмень, да. Ой, красиво, как красиво, слушай, как... Спиночка, смотри. Да! Вот это красиво вообще. Вот понимаешь, человек поработал, и тут естественно творчество вообще. Стилизация основана на картинах и иллюстрациях к русским сказкам великих художников прошлого.
Мне не нравится у этих костюмов, что здесь современные ткани используются. Я эти ткани вижу, да. И я их вижу и понимаю, что мне не нравится. Это все подвязки. Вы красивый. Да, да. Вещи интересные. Рукава. Обалдеть. Да, крови ушки. И все красиво, то есть все сделано руками. Мы всегда очень внимательно относиться к ткани. Вот даже вот это, по-моему, такая нормальная. Красиво как. Да, вот это да. Но тут рука вообще офигенная. Не рука, да. Я люблю еще защипчики такие тоненькие на рукавах. Висюльки на низу, они прямо не напоминают скатерть или шторы. Они шторы сделаны, то есть они сделаны все вот из шторы, этих элементов, вот все. И ткань, и подкладка, и все шторы. Вообще красота. Очень.
Веретено времени Юлия Маркова, станица Динская, Краснодарский край. Руководители Любовь Кабанова и Анастасия Колычева. Коллекция «Малахитовая шкатулка». Вдохновением для создания коллекции послужили уральские сказы Бажова. Их завораживающая красота, воспевающая богатый уральский край с его природой, с его сильными и прекрасными людьми, талантливыми мастерами и каменотесами. Произведения искусства, созданные из малахита и яшмы, вызывают восхищение. И мы решили создать подобную этой красоте ткань, изобрели уникальную лоскутную технику из прозрачных тканей, имитирующих рисунок камней. Мероприятие продолжается, но у меня закончилась камера. У меня на исходе телефон. Поэтому я решила не оставаться надольше, потому что сейчас в Центральном парке культуры в Рязани начнется концерт арии, и мне бы хотелось там побывать тоже. Поэтому я покидаю это место. Было интересно. Все показать невозможно. А мы пойдем потанцуем под арию и послушаем классных пацанов из нашей молодости. Единственное, одни хотелось бы, чтобы дождик разошелся. Он то шел, то не шел. У меня мокрая спина, хоть я и с зонтиком. Очень надеюсь, что не заболеем. В общем, поехала туда. Хотя бы на часок. А там Серега встретит меня с работы. То есть, наоборот, я его встречу. Посмотрим немножко на арию и... Так, сейчас я смотрю, где тут остановка. Ну и прикоснемся к прекрасному. Ну все, всем пока. С вами была я, магаданка Анжелина из Рязани. С обалденного мероприятия. С показом мод. Закрытие. Смотрите предыдущие видео, я там о нем много рассказала. Ну все, пока.